период с 9 по 16 декабря на территории обслуживания ОМВД России по Сергиево-Посадскому району зарегистрировано 45 преступлений и сообщений о них. Составлено 509 административных протоколов. Из них 169 за распитие алкогольной продукции в общественных местах, 2 за уклонение от исполнения административного наказания и 100 за курение в общественных местах. Сотрудники отдела по работе с личным составом ОМВД России по Сергиево-Посадскому району провели информационную акцию «Выбор профессии» для учащихся старших классов. Цель данного мероприятия – информирование школьников о наборе в высшие профессиональные учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации, популяризация профессии сотрудника органов внутренних дел, повышение уровня доверия к сотрудникам полиции. Стражи порядка ознакомили старшеклассников с факультетами и порядком поступления в учебные заведения, рассказали о вступительных экзаменах и требованиях к абитуриентам. Также школьникам рассказали о преимуществах при поступлении. В завершении встречи подросткам показали фильм об университете МВД имени Владимира Яковлевича Кикотя. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Сергиево-Посадскому району провели профилактическую беседу на тему противодействия терроризму и экстремизму и профилактика правонарушений несовершеннолетними в средней общеобразовательной школе номер 18 города Сергиев-Посад. Цель данного мероприятия – предупреждение и пресечение правонарушений несовершеннолетними, предупреждение экстремистской деятельности, предотвращение распространения радикальных идей среди молодежи. Полицейские начали беседу с определения понятия «экстремизм» и «терроризм». Сотрудники полиции объяснили, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера, распространение которых осуществляется в основном через социальные сети. Школьникам показали фильм по профилактике проявления экстремизма и терроризма. После просмотра фильма и профилактической беседы ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов. В заключение беседы полицейские пожелали детям успехов в учебе и рекомендовали быть бдительными и осмотрительными. При общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов. В ОМВД России по Сергиево-Посадскому району прошел День открытых дверей для учеников старших классов городских образовательных учреждений. В ходе мероприятия сотрудник отдела по работе с личным составом рассказала молодым людям об основных требованиях при поступлении в учебные заведения МВД России. Также был показан видеоролик о Московском университете МВД России имени Владимира Яковлевича Кикотя. О жизни в высшем учебном заведении студентам рассказал его выпускник, действующий сотрудник. После лекции ребята задали интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы. Помимо лекции, молодым людям показали музей ОМВД, где перед студентами выступила ветеран органов внутренних дел, которая рассказала об истории развития Сергиево-Посадской милиции. В завершении мероприятия на плацу перед ребятами выступили инспекторы кинологической службы со служебными собаками. Они показали навыки и умения своих питомцев, порядок задержания преступников, а также обнаружение наркотических средств и взрывчатых веществ.